Мы уже на стороне этого самого Уганды. Только что выехали из Руанды. Сейчас поедем вот в Хисора. Это местная, как бы, такая... Это вот само здание, где мы сейчас только что визу получали. Там вот народ в очереди стоит. Думает, как вы достали. Ты не смог думать? Да. Видишь по выражению глаз. Я говорю, мы здесь. Ганги Крахан. Ганги Крахан. Мари, где? Да, на Мики. Гаку Кипаш. На вот я тебе гуляю. На чулечку. Колоссальная какая. Джонас, вот ты куёв. Господи, вот... Руки под голову. Вот, глядите, маленько. Маленькая лапа. Конечно, феноменальный кадр. Это точно мой родственник. Это модель.
Неана. Это точно мой родственник. Да, да. Сразу звони. Он ушел туда подальше. Ребят, ну за ноги-то не хватайте. Где-то 30 сантиметров от меня сейчас. Смотри, лапа какая. Перешибет, он просто одним ударом. Да, колоссальный какой. Зубы. Идите. Наши проводники. Мы идем сейчас. Скажи, что нас охраняют не только с калашами, а с гранатами или пулеметами. Потом заснимем, когда придем. Упал с дерева. А мне зубы, наверное, болят. Ну и что? Не чистил еще. Окей.
Вон большой пришел. Папаша вон. Где папаша? Вот. Эй, прямо. Ты... Вот прямо он. Да. Да. А они того не так убавили. Давай. Снимите меня. Сколько? 5 минут? Да. Да, и все. Да? Мы уходим. Все нормально. Новый. На пропуске границы Конго. Тут местные. Это не границы, это уже Конго. Мы находимся в Конго. Вот перед датой пропуска, перед этой выдачей, здесь все полувооруженные. Ну, мы сейчас с ними снимались. Тут наши вояки. Вот так вот здесь люди переходят границу. Сейчас и мы так пойдем. Вот Степка как раз пошла на двое. Тут сам, так сказать, знак границы. Тут все с границы переходит. Мы с сопровождением сейчас поехал. Сейчас мы уже переходим границу. Эй, гайс! Вот этот чувак с пулеметом. Тут Диана переходит границу с Конго. Вот мы сейчас дошли до уже страны Уганды. Вот знак. Вот.